имеем следующую ситуацию. Постоянно уходит в перезагрузку самостоятельно роутер. Да малинка. Заметил такую вещь, что он сильно нагревается. Попробуем посмотреть, что с ним. Разбирается он банально. Вот, кстати, какая модель роутера. DCL2500U. Так, откручиваем два винта. И продолжим. Винты открутили. Вот здесь впереди есть защелка с этой стороны и с этой. Отщелкиваем линейкой и снимаем крышку. Смотрим, что может греться. А греются сами микросхемы памяти. Но не факт, что это является причиной его перезагрузки. Ага, нашел подорванный конденсатор. Конденсатор на 16 вольт на 220 микрофарад. Вот как он выглядит. Может, он и является причиной перезагрузки. Сейчас сниму саму плату управления. Крепится она одним винтом. Так, поближе конденсатор покажу взорванный. Вот так он выглядит. Оболочка слетела с него. Что ж, раскручиваем плату и смотрим дальше. Итак, перепаял заведомо исправный конденсатор. Вот на такой вот номиналом 220 микрофарад на 16 вольт. Процесс пайки показывать не стал. Единственное, что здесь важно сказать, чтобы вы не перепутали плюс с минусом конденсатора. Минус всегда здесь обозначен. Ну что, теперь будем тестировать. Так, после перепайки конденсатора роутер D-Link работает исправно. Вот тестирую уже 2 дня его. Еще ни разу не перезагрузился. Так что проблема была во взорванном конденсаторе. Вот такая вот история. Интернет грузится, все в порядке. Надеюсь, что я помог вам. Спасибо за внимание.